нам как-то формализовать процесс, нужно применять какие-то способы его описания. Обычно это, какие бывают, это текстовые, то есть обычно это стандарты, да, описывают. В табличной форме описывают процессы. И в виде графических блоков и символов. Если у нас процессы не описаны, то управлять ими будет затруднительно. Важные процессы должны быть формализованы. Для графического описания существуют различные нотации моделирования. Нотация – это стандарт, определенные правила описания формирования вот этих схем процессов. Самые известные – это EDF0, BPMN и EPC. В наших типовых процессов простоев нет. Все процессы нарисованы в нотации, верхнем уровне нотации EDF0, а на нижнем уровне, то есть более детальное описание, это в нотации EPC.